Footages for this video were provided by our friends from the Stronghold Demyansk channel. These guys are searching for the World War II artifacts. We strongly recommend you to subscribe to this interesting channel. Find the link in the description below. Щуп улетел. Грунт просох. Угу. Бревно. Это может быть как накат, как стена, так и пол. Это такое, какой-то диск самовара, от самовара. Старые деревни дают о себе знать. Угу. Вот наш блиндаж, который мы сегодня будем копать. Вот. Здесь на поле, в яме, со стенами совсем. И русская лопатка лежала. К сожалению, тут не помыть. Воды нет. Обгорелая. Края обиты. Не знаю, что они тут и делали. Были прибиты. Скамейка, да? И тут глина, да, уже пошла? Да. Так, там вода, надо откачивать. Да. Здесь проходик небольшой тоже. Так, ну продолжим. Зачищаем уголок. Так, тут мы, что у нас под скамейкой, на металлоискатель пищало, так оказался вот такой колосничок, квадратный, ровненький, черненький, больше ничего. Да. Вот, ну это как бы неинтересно все, банки как банки, стандартные, вот она немножко вскрыта, и вот тут сало, жир остался до сих пор, то есть... Больше 75 лет, как бы, посмотрите сюда. Даже запах есть, присутствует запах. Так что так. Вот такие бывают вещи еще. Я устал. Ручка. Вообще по-немецки, да? Давай. Ты же говоришь, он порванный. О! Ну-ка. М24. Ой, что там какие-то настил, да, какой-то дальше идет. Пару маслин. Вот. В таком сакраме. Клеем нет. Как бы. Говно. Вот. А, ящик вот. Разрезан с дырочками. Видишь, щели под него подсунули. И провод, да? Да, ким, походу, делал просто. Да. Сверху доска. Понятно. Ой, я его открыл.
как будто внутри что-то, не? Интересно. Что я открывал? Вот стены, бревно. Сейчас кто-то поможет там. Но. Ну. Зала. Или сгнило что-то? Нет, тугли. Время есть. Вот наши находки. Короче, банки консервные, горелые доски, маслята, говно даже всякое. Ничего интересного. Круто нить. Одной нет, до комплекта. Выстрелим. Мира, называемый. Пустой, да? Да, красавчик. Красивый. Вот такой пулеметный ящик СМГ, алюминиевый. На бок. С номером, как обычно. Угу. Классики. Вот находка. Единственное, что мы отдельное нашли. Вот такой сундучок с номером, но без замка.